Вопрос. Что такое SOLID? SOLID – это аббревиатура из пяти принципов объектно-ориентированного программирования. Принципы SOLID определяют, как объединять функции и структуры данных в классы и как эти классы должны сочетаться друг с другом. Использование слова «класс» не означает, что принципы применимы только к объектно-ориентированному программированному коду. В данном случае класс означает лишь инструмент объединения функций и данных в группы. Любая программная система имеет такие объединения, как бы они ни назывались, класс или как-то еще. Принципы SOLID применяются к этим объединениям. Цель принципов – создать программные структуры среднего уровня, которые терпимы к изменениям, простые и понятны, и образуют основы для компонентов, которые могут использоваться во многих программных средах.